Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами сайт Zaraz.info. Вместе сейчас пройдемся по центральному рынку города Лисичанска и ознакомимся с ценами, которые существуют на 17 мая 2018 года на центральном рынке города Лисичанска. Итак, пойдемте. Вначале покажем картинку, что мы возле рынка. Покажем вот цены. Редиска вот уже даже по 5. Картофель молодой 20. Клубника почем молодая? 55. Спасибо. Вот 55 гривен. Молодая. Первая клубничка. Помидоры уже 40. Огурцы 30. Капуста 25. Так, идем дальше по ценам. Ориентируемся. Вот, в принципе, все видно. Клубника ранняя 55 гривен, да? За 50 отдадите? Клубничка. Аккуратно. Понятно. Огурчики по 30. Для читателей сайта Zaraz.info снимаем цены на центральном рынке Лисичанска. Ага, изучайте, пожалуйста, да. Покупайте. Ну, будут зрители наши. Даем и ваши. Любой товар. Покупатели будут приходить читать. Приходим, мы рады. Вот видите, нам рады. На. Цены, помидорчики уже даже 37. 35 отдадите? Отдам, вот есть по 35. По 35. А вот помидоры 35. Ну, яблоки уже прошлогодние. Не ахти, 18 гривен. Апельсины 20 гривен. Так, идем дальше. Нас интересует рыба и мясо. Люди, кто-то, это вход в рынок, здесь овощная площадка, здесь у нас, так сказать, местная барахолка, ряды с одеждой, сумками и с различной утварью, вот кепочки, если кого-то интересует, но нас интересуют сегодня только продукты. Почем на рынке центральном продукты? Кстати, сегодня жара. 17 мая 2018 года. Вот тучки собираются. Жара, я вам так скажу, когда выходил, 20 было 8-27 градусов. И уже рыба у нас практически... Продавцы разбежались. Здравствуйте, редакция Zaraz.info сайта. Знакомим читателей с ценами на вашу продукцию, рыбную продукцию. Это ставрида такая, 120 гривен, скумбрия 130, сельдь копченая 65, сельдь соленая 58, ну уже товар, конец дня, товар почти закончился, да? Люди разобрали, это уже остатки. Говорят, не тогда, когда нужно, мы пришли. Вот какие цены. Сейчас пойдем посмотрим у соседей. Здравствуйте. Сайт Zaraz.info. Знакомим читателей с ценами на продукцию. Почем мойва была? 50. Сегодня. 50 везде. 50 гривен. Селедка. Разная селедка. Если вот сельдь мороженое. 45. Если... 45. Это там хозяйка 50. Расскажет. А вот что за рыба? Какая? Почем? Какая? Вот там это. Хоки. Как? Хоки 65. Хоки 65, а рядом? Братола 65. Братола, рыба братола 65. Это у нас хек или ментай? Ментай это. Ментай. Почем? Ничего, там вас мы не обязательно сцены интересуют. 55 гривен. Да что вы боитесь? Аргентинка почем? 45 нам подсказывают. Такие цены на рыбы. Дальше уже все свернулось. Сейчас зайдем в мясной павильон и покажем, почем на центральном рынке мясная продукция. Ну, для начала спросим, почем зелень. Здравствуйте. Сайт Zaraz.info. Спрашиваем, знакомим читателей с ценами на зелень. Почем салат? Салатик 15. Такой 15. А этот пучочек почем? 5. 5 укроп. Петрушка, кинза.
Вот такая замечательная кинза. Почем? По 5. По 5, все по 5, да? И укроп, и лук. И лук тоже 5? Тоже 5. 5. Спасибо. Так, уже говядина у нас закончилась. А ну, здравствуйте. Уже конец дня, здравствуйте. Знакомим читателей с ценами на продукцию мясную. Почем мясо сегодня, говядина, от скольки до скольки? От 100 до 120 гривен, 130 можно. Было от 100 до 120 гривен. Почки, почки говяжьи. По 30 легкие. Сердце. Сердце 60, а печень говяжья почем была? Печень 70-80 гривен. Вот такое мясо. Ну, мы пришли конец дня, уже время 12 часов. Сейчас даже уточним. 35 минут. И рынок расходится. Вот цены на курятину. Здравствуйте. Сайт Zaras.info. Знакомим читателей с ценами. Четверть куриная. Вот 49 гривен 50 копеек. Курица цыплята 50 гривен 90 копеек. Тушка курицы 55 гривен 90 копеек. Сегодняшний курс в банке, в приватбанке 25.85, 26.20 курс доллара продажи. То есть примерно курс в районе 26 гривен за 1 доллар. Вот сейчас покажем читателям, какие цены у нас на колбасы различные. Здравствуйте. Московская. Вот Салтовский мясокомбинат, Харьковский, Московская. В принципе, хорошая колбаса. 225 гривен. Балык свиной 170. В принципе, вот цены. Видим, какая цена за продукцию. Здесь у нас ниже вареные колбасы. Сардели. Салтовский мясокомбинат. Докторский. 95 гривен. Сардели. Тяжело прочитать. 105 гривен. Вот вареная колбаса. Разная по цене. И 80, и 97 гривен. Не знаю, есть 45 гривен. Все зависит от качества и количества мяса в этой колбасе. Ну и теперь пройдемся по мясу. Добрый день. А скажите, какие сегодня цены? Сайт Zaras.info знакомит читателей с ценами на мясную продукцию на центральном рынке города Лисичанска. Почем такое? Понятно. Люди устали за целый день. Вот сейчас у девушек спросим. Сайт Zaras.info знакомит с ценами на продукцию. Скажите, почем сегодня мясо? Чисто вырезка. 120-130 вообще без костей. Свинина. 120-130 без костей. А вот на ребрышке. На ребрышке 100. Само ребрышко 80. Такое 80. А шея почем сегодня была? Это шея 130-120. 130. С косток. Вот чуть-чуть ребро. Там ее почти. Чуть-чуть ребро. Можно и вырезать. А сало сегодня какие цены? Вот видим 50 гривен такое сало. 50, 60, 35, даже можно 35 гривен, 30 гривен. С мясом 90 и 80 с мясом. Сало меньше доллара. Ну вот, в принципе, такие цены на мясо. Мясную продукцию. Вот. А почем такое сало толстое? 60 гривен. 45 гривен. А ваше сало? Здравствуйте. Здравствуйте. Не, ну, которое продаете? 35, 90 и 80. И 50. А вот это именно с мясом прожилки. Именно с мясом, вот так, куском по 80. Такое мясо по 80. А вот это что у нас задняя часть, лопатка? Почем мясо? 100 гривен, да? Спасибо большое. Вот нам подсказывают 100 гривен. Еще пройдем. Курятина у нас. Здесь такие же цены, как мы и раньше были. Четверть задняя. 70-25
по 45 гривен, 46 гривен килограмм. Вот такие здесь покупатели. Можем увидеть цены на почем яйцо стоит десяток 21 на гривна 50 копеек. И здесь вот цены на сыры твердые. Различные. То есть цены на сыры, можно так сказать, от 100 гривен до 180 гривен. Вот российский сыр, производитель Чертков, 114 гривен. Ну, в другом магазине мы увидели и по 100 гривен такой сыр. Вот колбасная продукция. Цена можно увидеть из ценников и так далее. Здравствуйте. Сайт зараз, зараз инфо знакомит читателей с ценами. Хотим, не возражаете? У нас очень много акций. Смотрите, да. Будет много зрителей смотреть и знать, какие цены в Лисичанске на центральном рынке. Так. Вот кетчупы. Такие цены. К сожалению, расфасовки. Ну, там 250-380 грамм. И такие вот цены на кетчупы и майонезы. Идем дальше. У нас еще задача успеть рынок. Вот молодой чеснок. Это головка 7 гривен. Извините, а вы от какого? Сайт Зараз.инфо. Это о чем говорите? Сайт Зараз.инфо. В интернете набираете Зараз.инфо. А, и находите наш сайт. И есть в Ютубе телеканал сайта Зараз.инфо. Там у нас есть разрешение, да, на сайт. Конечно. Конечно, законодательство не запрещает, я в публичном месте нахожусь. Спасибо. А укроп, скажите, почем? 5 гривен. 5 гривен. Угу. Так, а вот литр масла подсолнечное? 29. 29, дешевле, 20, дороже 20, есть? 20. А вот цены. Литр 80 в этой бутылочке стоит 60 гривен. Вот 29 гривен. Кукурузное масло почти литр 42 гривны стоит. Вот специи, можем специи ознакомиться, что почем, какие специи. Например, лимонная кислота 90 грамм 8 гривен. Что еще чаще всего люди берут? Перец горошком 50 грамм стоит 25 гривен. Перец горошком доллар 50 грамм. То есть 100 грамм 2 доллара. Рис фасованный. Ну, здесь расфасовка может быть или 800, или килограмм. Допустим, гречка. Ну, это дорогая гречка, 28 гривен. 25 в АТБ гречка стоит 15-18 гривен. Спасибо. Вот еще покажем цены, что почем. Где какие цены? Все это цены в гривнах. Напоминаю, курс доллара гривны 17 мая 2018 года составляет 25,85 покупка в Приватбанке, 26,2 продажа. То есть примерно курс доллара 26 гривен. Итак, у нас вот еще остановимся на ценах на продукцию, сырную продукцию. Можете посмотреть, где какие сыры почем. И вот такие цены на сыры. Масло у нас сливочное, в зависимости от производителя, от 100 гривен, даже есть по 80 гривен. Не знаем, сколько там других примесей. И вот есть масло даже 150 гривен. Полтавское 150 гривен и белорусское 150 гривен. Давайте, наверное, полтавское. И вот старобельское тоже 150 гривен. Сырки плавленые. Масло не надо. Спасибо. Ну так нормально. Здравствуйте. Сайт Зараз.инфо снимает
цены для наших зрителей. Спасибо, да. Итак, у нас идем дальше. Вот можем посмотреть, почем сегодня овощная продукция. Еще раз. Редиска 10 гривен, 12. Капуста молодая 20 гривен. Вот картофель 26 гривен. Клубника, как и там на рядах, 60 гривен килограмм. Кабачки молодые 25. Помидоры вот 45. И что еще мы не говорили? Вот грибы уже, шампиньоны подорожали. Да-да-да, пожалуйста. Грибы 48 гривен. Спасибо. Ну, в принципе, мы показали картошка. Вот 5 гривен. Ну, это уже плохая какая-то, неважная картошка. Вообще до 10 гривен. В зависимости от качества. Ну вот, например, картошка получше 8 гривен. Здравствуйте. Сайт Зараз.Инфо. Знакомим читателей с вашими ценами. С ценами, правильно, не вашими, а с ценами на центральном рынке города Лисичанска. Спасибо. Идем дальше. Ну, сейчас мы пройдемся еще до... Здесь вот такие ряды, лабиринты вещевого рынка. Еще немножечко покажем, чтобы было представление о центральном рынке города Лисичанска для тех читателей, которые или давно не были в Лисичанске, или вообще не были. Чтобы они могли ознакомиться с центральным рынком города Лисичанска. Ну, здесь вот часть бытовых товаров, там даже и детские продают. Но мы идем, вот, птичку сняли, голубя. Мы идем все-таки изучать продукцию. Продуктовую цен на центральном рынке города Лисичанска. Туалетная бумага. Обухов, Киевская область. Почем? 5. Вот 5 подсказывают нам. 65 метров туалетной бумаги. Спасибо. Вот, да. Не зря мы сюда пришли. Сейчас весна, идет посадка. И мы должны ознакомить вас, почем у нас рассада на центральном рынке города Лисичанска. Так, а скажите, свекла почем? Так, свекла, рассказываю. Вот там у меня 18, а это 22. Морковка 10, да? Морковку по 10 отдаю. 10. Это вареный. Так, лук, вот это цены. Да. Чеснок, вернее. Да. Вот это 2, а то и 3. А это 8, да? Это разный там. 8. Да. А лук почем килограмм? Лук? Я 10 там вот таких. 10 гривен. Ясно. Ну, сейчас переходим, почем рассада. Рассада, помидоры, скажите, почем? Десяток. По 10 рублей. 10 гривен, да? Да. И капуста 10? 20. Капуста 20, десяток. Ой, а эти? Черики, черри. Тоже 10. Спасибо. А у вас рассада почем? А? Вся 10 гривен, десяток. Все, да? Или есть дешевле? По 6 можно купить? 30 штук. Или А 50. Если. Спасибо. Почем ваша рассада? Здравствуйте. Сайт Зараз.Инфо знакомит читателей. Тоже 10 гривен. Ну, цены держат 10 гривен. 2 дня назад были на рынке. Некоторые кусты рассады помидоров по 6 гривен даже предлагали продать. И покажем картиночку, еще бы стоило показать, почем
Почем молочка? Если не разбежались наши продавцы. Вот еще раз покажем. Здесь вот клубничечка у нас уже 53 гривны продается. Картошка большая, молодая 20, мелкая 10. Так, снимаем в режиме реального времени. Почем у нас молочка? Уже осталось молочки мало. А скажите, почем творог? 80 килограмм. Можно приоткрыть, показать? Такой творог 80. Сметана почем? Сметанка 40 пол-литра. 40 пол-литра. А, то есть литра 80. А в литре сколько там грамм? В литре, скажите, знаете, сколько килограмм в одном литре? Примерно, по весу. Кило 100. То есть в литре кило 100. Да, да. И молоко почем сегодня на рынке было? 12 гривен. 12 гривен, там плюс-минус, да? То есть в районе 12 гривен литр. Сыворотка. Да. Только дешевеет. А почем брынза? Брынза 90 килограмм. Брынза 90 килограмм. Спасибо большое. Ну, вот, уважаемые читатели, мы в принципе вас ознакомили в целом с ценами на центральном рынке города Лисичанска. Мы снимали сайт Зараз.Инфо, редакция сайта Зараз.Инфо снимала данное видео 17 мая 2018 года. Смотрите нас регулярно, ставьте лайки. Всем привет. До следующих, так сказать, встреч, видеосъемок.